Всем привет! Это Apple Easy Work. Тут все просто. В этом видео мы ответим на один из часто задаваемых вопросов. Как долго заряжается iPhone от проводной и беспроводной зарядки? Так что, если вы гадали, что покупать в качестве питания для вашего устройства и сколько ждать до его полной зарядки, обязательно досмотрите видео до конца. Для начала рассмотрим проводной способ зарядки. Еще остались люди, использующие старый и слабый адаптер питания на 5 Вт, который шел в комплекте с древними айфонами. Аксессуар надежный, мы не спорим, но для современных айфонов совершенно не подходящий. 5-ваттным адаптером вы сможете зарядить iPhone от 0 до 100% примерно за 3,5 часа, что подходит только для неторопливых пользователей. Более мощный адаптер, 10 или 12 ватт, справится с зарядкой на 40 минут быстрее, что тоже звезд неба не хватает. Данные блоки питания предназначены именно для старых девайсов и для более слабых аккумуляторов. Современные iPhone, например, 13, 14 и 15 модели, следует заряжать ими только при отсутствии других вариантов. Теперь рассмотрим надежный и современный 20-ваттный адаптер питания. Обладая способностью к быстрой зарядке, он зарядит ваш iPhone от 0 до 50% за 30 минут. Пользуйтесь этим, когда вам нужно куда-то срочно бежать, но не хочется бежать с разряженным телефоном. До 100% 20-ваттный блок питания зарядит iPhone примерно за 1 час 45 минут, а версию Max или Plus примерно за 2 часа. Это я говорю про современные модели 13, 14 и 15. Кажется долго, верно? Только вам и не нужно заряжать именно до 100%, так как после достижения планки в 80% на аккумуляторе iPhone сильно замедляет процесс зарядки для собственной безопасности и профилактики. А это значит, что снимать зарядки устройства можно при достижении значения 80-85%, которое достигается примерно за час, может даже чуть меньше. Переходим к беспроводным зарядкам. А пока зарядите нас своими лайками и напишите нам в комментариях, какой способ зарядки для своего iPhone вы предпочитаете. Есть два типа беспроводных зарядок: быстрая и стандартная. Быстрая обычно магнитится к вашему айфону и выдают 15 ватт мощности. К таким относится, например, оригинальная магнитная зарядка MagSafe. От 0 до 100% она заряжает за 2,5 часа. Стандартные зарядки, к которым относится основная масса беспроводных зарядок, заряжают устройство, когда вы просто помещаете его сверху. Они не магнитятся, хотя бывают и исключения. Данные зарядки выдают мощность 7,5 ватт и по времени заряжают примерно за 3,5 часа. Как видно, даже с удвоенной мощностью Apple-овская магнитная зарядка все равно не заряжает в 2 раза быстрее. И в общем, беспроводные зарядки заряжают iPhone значительно дольше, чем проводные. Подписывайтесь на канал Apple Easy Work, и у вас будет все просто.